Сотрудники Росгвардии устроили праздник. Офицеры провели парад для ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы они поздравили подполковника Владимира Смолькина. Я думаю, для каждого сотрудника, для каждого военнослужащего это трепетный и важный момент, который сближает и во времени, то есть нынешнее поколение с старым поколением, которые видели страшную эту войну, пережили. Певцы вместе с оркестром исполнили пронзительные и трогательные песни военных лет, а офицеры прошли стройным маршем. Также Владимира Александровича поздравили активисты движения «Волонтеры Победы». Напомним, акция «Парад у дома ветерана» проходит во всех регионах России. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Ул Правда ТВ.